Заявительнице позвонили якобы из государственной организации и попросили назвать код из сообщения. Затем ей поступило несколько уведомлений от банков об одобрении кредитных заявок, после чего с женщиной связались якобы банковские сотрудники, которые убедили гражданку в необходимости обналичить деньги и передать человеку для помещения на безопасный счет. В Нижегородской улице потерпевшая отдала 900 тысяч рублей прибывшему курьеру. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району на улице Татьяны Макаровой задержали подозреваемого, 19-летнего приезжего мужчину. Следователем отдела МВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.